Коба, привет. С вами доктор Влад. Я опять снимаю на свою гусиную камеру. Почему? А потому что я тот компьютер запаковал и отсылаю обратно. Ребята, ну это те, кто интересуется компьютерами, что-нибудь в них разбирается немножко. Вот, я объясняю, какая ситуация. Ну, вы помните, он у меня пыхтел при записи, этот компьютер. Вот, ну, я поиграл с драйверами звуковыми, попробовал, ничего, в ноль, пыхтит. Ладно, хорошо, думаю, ну, к черту, попробую десятку поставить. Ну, там винда стояла 11-я. Так... Нашел 10-ю винду на Майкрософте, скачал, переустановил, стало отлично, прекрасно, только молчит. Звука вообще нет, ни на вход, ни на выход. То есть он, десятка теперь не видит ни динамиков, ни микрофона, какой только не включал, в ноль. Ну, тоже попробовал со звуковыми драйверами поиграть, ни черта не получается, ничего. Ну, блин, ну что, я в Walmart его брал, сдам назад. И уже присмотрел и заказал новый. Что за новый? Ну, я вам покажу, но он примерно такой же тоже. Ну, он чуть-чуть побольше. Это 12,5 сантиметров. Значит, а тот, по-моему, 16 или 17. Ну, вот такой какой-то. Вот, по толщине тоже. Мне понравилось вот такой. Понравился такой формат, что он небольшой, под ногами он тут не грохочет. Вот, причем я взял, ну, известной фирмы. Вот, потому что это какая-то фирма вообще неизвестная. Я полазил, посмотрел, никто про них ничего не знает. Аэрофара. Вот, а я взял Hewlett-Packard. Тоже мини-микро. Ну, маленький, я не помню, как он называется. Вот. Причем я взял не самый новый, а немножко старый, с 10-й виндой. Вот, чтобы не маяться с этой 11-й. Мне она, ну, не идет она у меня никак. Посмотрим, что будет. Я вам покажу распаковку. Опять обрадуемся, порадуемся. Запишу первый ролик, ну и ну дальше видно будет. Ну, ребят, ну не везет. Вообще, это 24-й год какой-то проклятый, ей-богу. Быстрее бы он закончился, еще сколько там? 5 месяцев. И будет зима. Не надо только очень холодную, просто зима. Да, рыжий? Рыжий под кроватью. Мы с ним погуляли, конечно. Он вчера хотел... с журавлями пообщаться, но они его не поняли, встали на крыло и улетели. Рыжий расстроился. Ну, вот такая вот обстановка. А, меня тут развеселили пару дней назад. Кто-то написал комментарий, что я похож на Шеварднадзе. Ну, как вы считаете? С кем меня только не сравнивали. В детстве меня называли «маленький Ленин», потому что я был лысый, как коленка, несколько лет после рождения. Потом стал кучерявиться. В юности, в институте меня называли Пушкин. Ну, ладно. Вот сейчас, потом Горбачевым вроде, якобы я похож на Михаила Горбачева. Ну, дошел до Шеварднадзе. Ну, посмотрим дальше, что будет. Ну, все, пока. Будем ждать. Вроде он будет послезавтра, что ли, этот новый-новый компьютер. Пока. Пам-парам-парам. Блин, где она выключается? Да где же выключается? Наверное, там, где включается.